Областной кардиоцентр возвращается к прежнему режиму работы. Только за прошедшую неделю здесь вернули к жизни двух тяжелых пациентов. О новом высокотехнологичном стандарте лечения сердечных больных в материале Гульмиры Бахтияровой. Геннадий Мальцев не скрывает своих слез и благодарит врачей за вовремя оказанную помощь. 68-летний пенсионер был доставлен в кардиологический центр из экибастуза санавиации и срочно прооперирован. Проблемы с сердцем были давно. В 2011 году мужчина уже перенес инфаркт миокарда. Спустя 9 лет болезнь осложнилась грозным диагнозом – легочная тромбоэмболия. Очень благодарен своей супруге. Вовремя. Вовремя. Я ж не из Павлодара, а с экибастуза. Довезли до Колкамана, пересадили, перевезли, перехватили сразу сюда. Сразу все организовали, все быстро, все моментально, блин, все. И ночью уже мне, блин, сделали операцию, и я уже вот он, все. Утром проснулся, оказывается, я живой. Живой осталась и Лариса Осмоловская, которая приехала в Павлодар в гости к подруге. Жительница семьи не подозревала о серьезных проблемах со здоровьем. К счастью, попала в руки настоящих профессионалов и уже чувствует себя намного лучше. Самое страшное уже позади. Стали объяснять, если сейчас не сделать операцию, то будет летальный исход. Я очень плакала. Меня успокаивали врачи. Дали время подумать на операцию, на мое согласие. Через некоторое время они пришли, я подписала согласие на операцию, потому что выхода другого нет. Было. Все, больше не могу. Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо. Впереди долгий процесс реабилитации. Операции проводил новый директор кардиоцентра Адильжан Альбазаров, который продемонстрировал коллегам новый подход в лечении тромболегочных осложнений. Вот эти два пациента конкретно, они приехали к нам уже в тяжелом состоянии. Это была массивная тромбоэмболия легочной артерии. Этот тромб закрывает полностью практически просвет легочной артерии, либо частично. В нашем случае это было полное закрытие этого просвета. А пациенты уже были в крайне тяжелом состоянии, с низким давлением, низким насыщением крови кислородом, с сильной одышкой. То есть они уже не могли практически дышать. И было принято решение их экстренно брать на оперативное лечение. Это называется операция тромбоэкстракция из легочной артерии, то есть извлечение тромба. На сегодняшний день в областном кардиоцентре проведены 7 таких операций. 5 из них прошли успешно. 2 пациентов спасти не удалось. Гульмира Бахтиярова, Айолум Рахимжанова, Амир Ирланула, РТС Ахпарат.